вышел из ворот, упал, что называется, в ноги, овладел мячом. Мюклан по штрафную. Не пенальти. Арбитр из США назначает пенальти. Потрясающе. Был пенальти или нет? Судья показывал, что как бы рукой сейчас играл защитник. Но, на мой взгляд, не было. Но арбитр-то назначил. У норвежцев появился шанс. Вот это развязка. Играть остаются всего лишь 3 минуты. Ну, может быть, судья добавит. Вот это поворот неожиданный. Да, сильнее были бразильцы. Владели мячом. Они владели мячом 36 минут. А норвежцы 20 лет. Сейчас ничья 1-1. Рекдаль устанавливает мяч на 11-метровую отметку. 10-й номер. Мотор сборной Норвегии. Диспетчер команды. Мозг ее. 1-1. Рекдаль против Тафарелла. Сборная Норвегии.